Зри пошел. А Пепыч, наверное, знает что-то больше нас. Так, где наши товарищи, хоть один? Они уже пикать начали, я, кстати, переключился, так что имею в виду. Ах ты. Да. Прикольно. Да, это и онлайн, дорогой друг. Ага. Прикольно, прикольно. Бурик, а как же... дай обратную связь, что ты меня услышал, пожалуйста. Плюсик там нарисуй или еще чего-нибудь. А зайти в пати. Ну, я просто услышал, пики-баны пошли и включился. Ага. Лех, привет. Так, ну сейчас добавлю пепка. Сейчас будем текстом очень долго определять, какой сервак мы хотим. Это может быть. Я так думаю, Пепыч не любит отдавать победы, поэтому он может упереться рогом сейчас. Не исключено. Сейчас мы их вот так поменяем местами. Так, первый у нас Крусайбл, я сейчас Квейки сразу вытащу, выставлю его. Второй Авокин. Лёха, донатов нет на этой сцене только. Обязательно поправлю, кстати, это, да. Я почему-то забыл про них. В игре будут, не переживай. Так что донатим во время игры. Да, но они, кстати, что самое смешное, на заставке есть, по-моему, а здесь их нет. Надо это исправить. Исправим это упущение. Если, кстати, сейчас написать на Твиче в поиске Division by Zero QC, выбивает наш канал и Пепка. Потому что у него в названии канала. Так, Пурик, 4 диска. Я говорю, качай игру, иди. Прям сейчас так качаться. Там много. 40 с лишним гигов. Сколько же скобочек. Так да. Вот, ну, посмотри, вот, вот, вот весь чат полностью, вот, скобочки. У него ни одной строчки без скобок не заканчивается. Вообще ни одной. То есть я-то читаю, что он в Телеграме пишет? Мне кажется, это патология. Один раз мне удалось сделать так, чтобы он написал без скобочек. Тут, кстати, надо, знаешь, этого хлеба спросить про патологии. Он вроде на медика учится. Так. Я говорю, или ОКР, допустим. Так ты вот еще понимаешь... Тут помню, не просто знаешь, скобочки, что такое бурик, ОКР? Тут количество скобочек еще имеет значение. Ну, я больше одной считать не умею. Так, и скорее всего Молтон будет последний, почему-то мне кажется. Ну, вряд ли они будут Молдрану играть. Несерьезно. Что-то долго думают. Ну, а все-таки Молдран все-таки решил Пепыч. Удивил. Правда, удивил. Так, посмотрим, что у нас будет на Крусайбле. Блин, вот Крусайбл от Pro Division, вот это круто. Да-да. Вот мне это очень интересно, потому что там... не то, что плюнуть негде бывает респы. Это отвратительная карта для средних дивизионов, кто знает уже респы. Что там прошники делать будут, как бы. Рейнджеры забирает Темпест. Кстати, вот сейчас играли LDG2, такие же первые две карты были в таком же порядке. Да ладно. Угу. Удивительно. Пики, конечно, будут отличаться, потому что там был скилл и клатч, но как в Сайпле. Все, Бурик, ты молодец. Сколько там? 40,
2,43 гига, да, где-то? Скажи, это можно на YouTube выложить запись стрима вот этих двух? Да, могу. 44-64. Ну хорошо. Ты чувствуешь, да, насколько там объем игры больше, Вурик? Там двумя вечерами не отделаемся. А это только на двоих, да, игрушка? Это кооп, да. Ну, кстати, следующую на троих хочу. О, меня запишите к вам. Запросто. То вы там слишком мало шутите. Ой. Это Doom. Может быть. На Крусайбле. Ну, Настя, сейчас я приколю. Настя пропустила слово гаражный. Сейчас. Короче, список пока примерно такой. Нифига себе, Payday 2. Это из того, что я вот из знакомого увидел Payday 2. Еще есть вот такая вот. И на три человека еще есть Outriders, Brothers. Не будто просто дурачок. Так что нормально. Ну ладно. Пусть блаженный тогда будет, хорошо? Блаженный, это лучше мудак уже, чем блаженный. Это мы дадим решить Анастасии. Да, Настюш? Тем временем, пикибаны у нас подходят. Опа, Сорлок. Сорлок на блудране. Турнирная пепка. Ух ты. Я вставил. Блин. Я хочу третью карту. Теперь. Так, у тебя все так. Правильно, да? Там слева все ништяк. Да, все, я запускаю. По серваку придется. Сервак. Сейчас отменю. Ой, или Рой даже пришел. Да, эти два встретиться решили. Любой. Ничего себе. Ладно, тогда спросим Темпоста. Вот Лерой говорит, что любые жирные на ЗТН хороши. Централ 1. О, Фетер. Я мог не отменять, короче, матч на самом деле. Централ 1 и стоял. Давай, запускай. Ставь Африку тогда. Не, мне тяжело смотреть на этом, на Гёвле, на Осло, потому что у меня картинка дергается. Смотришь, когда вот у тебя дергается спека картинка, а потом ребят спрашивают, говорят, ну у нас нормально все было, играли. Это вот Quake, классная игра. Ну, главное, что не наоборот. Лучше пусть комфортно отыграть турнирную, без всяких технических проблем. Точно. Потому что когда внешние факторы влияют, это прям дезморалит. Ну, я делаю... О, Майк Ризен опять нас посетил. Фига себе. А я знаю, что Майк Ризен занимается парфюмерией. Вы уже пообщались? Нет. Мы, кстати, друзья, но я все равно в курсе. Ага. Так, за кем начинаем? Давай быстрее соображай. Давай за Пепка начнем. Идет. Так, Рис у него... У портальчики сразу же забирают на мелкий хэви. Ага, вот как разыгрывается этот респаун. Запомнили? Ну, думаю, без обилки дума примерно так же. Втихаря без штрафа забрал рейл, охраняет его, дал штраф. Я услышал, что побежал. Триполт обошел? Чтобы не зашуметь? Да. Верх-низ не определил правильно, но тем не менее дал штраф с рейла. И гонится. Это погоня. На думе. Поджал. Резко вверху, слева. Я почти должен узнать хорошо. Попытка была этим сферой выйти. Добил сейчас. Рез внизу справа. А и не пошел. Ого, как тут можно. Да. Дум, кстати, на этой карте прям огонек.
Отличный рейл, еще один. Не знаю, чудом не убил, мне кажется. Только обилка могла спасти, но, видимо, растерялся немножко Пепыч. Тут как-то вообще-то так. Отбил, походу, он своими го. Да, и машинка отстреливается. А, я думал, что у меня фоллкиллер не переключился. Нормально, вообще халявный респ внизу, ага. Отшафтился. И еще один фраг, по накатанной все идет. Он так шафтит, типа угадать стрейф противника. Ну, ты видел, да, сколько он снял машинки? Да. Просто пы-пы-пы-пы, и все. Сейчас будет рейл брать. Нет, пошел за шафтом. А, тут аптека есть. Звуков нет игры, только голоса ваши. Лёг, звука игры нет, пишут. Чё ж ты молчишь-то? А я засмотрелся на такой качественный контент. Бурик-бурик. Бурик-бурик. На телегу сразу звоните. Ой-ой-ой. А если тебе спросить, Пепыч что, так издевается с таким макаром или чё? Что это? Ну, вряд ли, нет, он турнирно именно старается. Это 100%. Просто косяки. Человек. Ну, слушай, думаю, на этой карте вообще как-то сразу же по-другому открывается, да, после увиденного. Так, а звуки-то появились? Да-да-да. Справился с управлением. Получил в лицо ракету. Ну, наконец-то первый фраг за Темпестом. Да, странно, что он на самом деле нет. Сфера его не убил еще. Ждет хэвик. О, классика за секунду до. Ну, услышал, вернулся. Сам себе ход. Забирает мигу. Да. Все, стек есть. Еще бы латик подъесть и все, и напасть. Вот он, латик, все. Надо драться за хэвик теперь. Хорош. Какие ракеты пытаются? Ну, как перешафтил, но мужика 1 хп остался. Такое вообще везение, мне кажется. Это вот, ну что тут повезло? Тут просто переимел. Тут просто была дуэль. Да нет, ее сколько, как там цифры вообще? Да, меня. Сфера спасла на самом деле. И рейл. 3-3. Не-не. 3-3. Не так, чуть-чуть. Нельзя никаких рампов делать, потому что он... Ой, там... Попытка сразу же дальше, да? Какие, блин, гвозди жестче, чем шар. А у гвоздей ДПС выше. Да, но просто как он стреляет. Вопрос в том, что как бы ими попасть. А на опыте это очень страшно оружие. Вот он дом, видишь, во всей красе. И просто счетчик пошел. На рейл. Ну ты же слышал рейл. Ну и поймаем вот этого дума здесь, ну серьезно. Директ вообще. Попал Темпест. Понятно, смотри, когда дум активно билку использует для передвижения. Люди могут за всю карту ни разу не использовать. О, аптечку взяли. Мегачи. И таки сделал очередной фраг Темпест у нас. Да, тут, конечно, Пепыч заряженный к бою пришел. Надо у нас такого через нижний латик кто-то падать. И держал на лице. Вот, кстати, Алекс, смотри. Видел, сколько он ракет дал, все равно стоял в позиции, стоять дальше. Иди вот о чем. Когда ты говоришь, что я выждал 3 и пошел, а там 4. А тут ракета. Ну, кулака дерется, да. Он уже не так завязывает, да, чтобы он себе позволять. Но опять-таки, тут сокращается. Рез сделал. На рейле сейчас придет. Ага. А вот за этот Темпест... момент может ухватиться конкретно Темпест. Да, еще время 4 минуты, можно отыграться вполне.
Вот, тебе вот он рейнджер, да, к нему нельзя подходить просто. Рейнджер это такой тоже персонаж. И хэви что заберет. Еще один штраф. Да, она тоненькая. Беги, нет. Грамотно, маленький. Ой, ну ошибка выбора оружия, зачем так вплотную рельсу? Да ну, у него выбора не может быстро урон нанести. Ракета была, ну такой. Ну. А лучше бы он там подальше был, ракету пока дает ее. Не попал сейчас. Штраф проиграл. Хорошо, тут хорошая рельса. И верхнюю позицию не отдает. Хорошая ракета. Враг спасибо. Как он задолжил эти все ракеты? Боже, один. У него остался. И тут свезло тоже. Он должен убивать не с первой, так со второй. Не со второй, так с третьей. Все равно выжил. Гвозди не взял. Жесть. Ой. Красивая ракета, которая выкинула. Я отдала еще хэви. Я очень много искупал. Здорово, да. За картой. Как видишь, усилий сегодня нас... Прошники радуют своим матчем воскресным вечером. Ну и зрелище-то как бы стоящее вообще на самом деле. Так, секундомер. Так, ну тут пока еще долго до хевика. Надо поштрафить. Надо за это к этому хевику проложить дорогу. Да, да. И... Не, Майк, ну, тут на самом деле карта достаточно интересная, главное понимать ее. Так. У нее единственное, что мне кажется, чуть-чуть не сбалансировано, это респы. В основном карта хороша. Илюха, ты прям скрашивал, прошел все стадии, мне кажется. Не-не, там же сейчас это появилось, какашка, как ее. Внесли ты ее снова в список, обрезали. Понял. Я даже не помню ее название. Нет, не понял, если честно. Ну, блин, в этом сезоне добавили в дольный режим эту карту-то опять. Древно так она. Так она так была. Но я не играю. Ну вот. Так она. Она как появилась, она сразу в дуэли добавился, все, она туда не убралась. Она был... не было ее в дуэльном режиме. Да, башня кота, да, да. А, ты про башню кота. Да, я про башню кота. А? Я ее не знаю вообще. Там респы какие-то гайонские, ну короче. Ее надо, кстати, заново разбирать. По поводу вот карты Crucible, да? No. Помнишь, мы сегодня с тобой видели в игре дополнительную аптечку? На вторую мигу. Да, а кстати, ее сейчас нет. А ее здесь нет. Я, она была на дипе, а, ее вот, не было. Лерой, может быть. Лерой, слушай, подскажи, мнение эксперта, может, увидишь. Мы сегодня за спека видели на дипом рейсе вверху две миги, как будто бы, где откат. По времени, через сколько они резнутся. И одна все время откатывалась нормально, вторая все время как будто бы лежит где-то. Именно на дипе. На других картах такого нет. Но сначала подумали, что это как на Crucible. Вторая аптечка на 50 там оверстека. Или на башне кота. Но... А, баг спека новый. Понятно. Включили башню кота, а баг появился на дипе. Ну как он выживает из таких ситуаций? Ну скажет, ну объясни, ну как ты должен здесь был здесь? Ну сколько ситуаций, где он должен был помереть просто? Он зажался в угол, выбрался оттуда, сделал фраг. Ну, я не понимаю вообще, мне просто понимания игры не хватает. Как вот это делается? Чувство Рейла, видишь, он чувствовал тактики. Вовремя задоджил и все, последний момент. Так, надо скриншотик делать, хоп. Не успел. Ой, как я успел, я успел. Я благодаря, короче, вот этим играм в спеках, я начал обращать внимание, допустим, и в ранке дуэлях тоже, когда тип... Вышел, ну, сразу, хоп! Да, покидает матч, я вижу табличку, все, сразу тап и все. Так, там, подожди, играешь, надо так, за киллфидом следи. Я почитаю табло, дайте один балл. Такс. Да-да, ритм вообще охеревший. А вот он, вторая. Ладно, Лерой, спасибо. Я думаю, 2 минуты просит топку. Ну, за такой матч можем выделить 2 минуты. Зрелище вообще. Дрыгет. Сейчас, походу, будет подрубка экзит-лага. Это еще там твоего сорлага не было. У меня сегодня памятная дата, первый стрим с микро. Опыта ноль, но настроение хорошее.
Майк, так, отлично, что. Это же замечательно. Конечно. Мы тут скажем, да, такие опытные стримеры, прям телеблогеры. Да. Ну, я, кстати, знаешь, что сделал? Вот, я все думал, что ключ трансляции — это какой-то нехороший человек придумал. Думал, нахера это геморрой. А оказывается, очень удобно. В Бэсе ключ трансляции поменял, и вот ты уже на другой канал стримишь, как бы, я даже ничего менять не надо особо. Очень удобно. То есть, получается, я могу на свой канал, да? Я просто, короче, Илюха, я так скажу, у меня была идея, я вот посмотрел, ну, первую я вообще пропустил, не мог физически посмотреть, а вот вторую стрим ваш этот посмотрел. Я бы сделал, знаешь, как, знаешь, когда человек сидит на что-нибудь, ну, и что-то смотрит, и вот рассказывает об этом, да? Я бы вот в запись вашего стрима также сделал. Моя-то я не сидел... понимать, но потом... Я бы сидел и обозревал бы ваши с Буриком игру. И добавлял бы, где вот места нужно еще шутки. Так, все, ready. Ага. Ну да, судя по всему, он провайдера поменял уже. Говоришь, что у него два провайдера дома заведено. Ладно, поехали. Так, у нас там Галена Вайзер, правильно? Да. Да. Так, мы тогда смотрели, начинали за Пепка, теперь за Темпестом будем. Угу. Мурчик, ну, кастит. Ну, Вайзер очень... Жена моя оценила, сказал огонь. Огонь, это почти как огонек Бурика. Спасибо. Какой тебе анекдот, Гимпеля? Давай вспомню из детства. Выходит мужик с самолета такой, раз с него штаны упали, он такой: да задолбал Аэрофлот, то застегните ремни, то расстегните. Можно я вашу игру себе уведу на стрим? Да пожалуйста. У нас нет какого-то там, ну, придираемся к авторским правам или что-то в этом роде. Да, тут все свободно. Тут все, да, тут в свободном доступе. Хотите, развивайте. Конечно, это ж только популяризация будет. Да. Хочешь, Майк, на заказ тебе возьмем. Будешь комментировать игру. Берут 1200, ты же понимаешь, что... Затем просто, да. Значит, понимаешь, что в игре происходит. Ну, по крайней мере, да. По крайней мере, хотя бы... Да. Есть осознание. Когда у человека Элла стоит, он сидит такой: блин, что тут происходит у них? Как быстро. С варежкой бегает. Зачем? Угу. Привычка. О. Медитация психологическая. Варежку взять и немножко это. Пепка. Со своим триболтом. Пошел трибол. Ну, очень быстро. Как, уничтожает. Как же он выверенно все сделал? Позиционка, переключение оружия. Развел, получается. Да не, ну, мне кажется, он сорвался. Он должен был уйти из РЛ, у него РЛ нет. Видишь? Ну. И тем не менее, выкрутился в ничью, свернул ситуацию. Сейчас заберет шар и отыграет, скорее всего. Нет. Молодец, Пепыч. Не, ну, я думаю, что, знаете... Какой выверенный архиджан, какие-то. Хочет сделать нападение, как он говорит. Нападение! И все, и пошел так. Он сидит, разница, да, сидит. Хэви первый занимает позиции уже. Тембус попробовал штрафовать, но не вышло, и Пепыч идет. Есть попадание в цельце, второго нет попадания. Ну вот Пепыч еще две рельсы держит. Да. Мам. Ну и все, я опять еще стаки позволяет. О боже, а он, кстати, понимал, где рез. Сразу же пошел штрафовать. Сейчас центр, считай, опять он занял. А вот нет Рейла, так бы Рейл засунул. Никитоса очень сильное чувство вот этой дистанции, что у триболта, что от ракеты, вот он чувствует прям, когда надо открыть. Наступил на тотемчик. Да, сразу же пополнил рокет, как только обнулился он. Еще такие три поджопника, ту-ту-ты, парень. Ты видел, да, он специально отошел от стены, чтобы сплэш не задевало. И респаун сразу форсит. Понимаешь, что идет за Рейлом, тут же штрафует. Рейлом хотел добить, а нет, триболу стал. А у него самого Рейла не было еще. Размен. Ой, в голову. Резал на миге. Понимаешь, что там идут. Нет. Даже все видно. Как же больно. Это однокалиточная партия вообще какая-то. 36. Что, Москов, телепорт? 36 шоги на таком расстоянии. Сейчас просто все...
Сейчас просто все вот вышли из чата. 36 на этом на этой дистанции. Все комьюнити сейчас вышло просто. 36 на 20 метров, ваш ход. Да, да. Это как... Шога на 9 вплотную, ваш ход. Это смотри, как... а там еще... Так... точки какие-то. Да, добавили же, да. Нет, там после смерти, по идее. А. То есть что, человека ставят какие-то цветочки. Я не вижу, почему уже не это такие классические похороны, только в ускоренном темпе. Классические похороны? А что значит, как классические? Это типа... Ну когда захоронили вот эту вот землю, то есть кремация, это очень... Я понял, я это и хотел уточнить, что это типа без кремации, да? Да-да-да. Блин, очень много урона, единицу времени наносит Никита. Это вообще прям безобразие какое-то. Слишком выведено движение. И его не задел, успел взорвать. Ой-ой-ой, какой рокет. Смотри, он прям дикий задал. Он еще успел, да, он тотем успел разбить. Успел. Он понимал, что он тут умирает, он думает, что какой максимум можно сделать? Можно разбить тотем. На ракету хоть хороший. Вот еще надо... Выкрутился, представляешь, да? Выкрутился. Да, 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 он вообще это на крас, на крусайбле с таких ситуаций выкручивается просто. Ты думаешь, ну все, тут уже фраг, а тут не фраг, а все наоборот, думаешь, ну блин. Сэндман. А вот Сэндман хочет, чтобы его за плинтусом нетипично похоронили. Ой, да. Чувствую дистанцию у пепчика, конечно, и вот времени. Ну вот опять директ, да, не можно. Вот Лёха, директ опять, директ. Ну. Ну там просто тоже хорошее движение. Но на то они в одном дивизионе. Осталось 5 минут. Все пытается на упреждение, а Пеп стоит на месте. Просто должен ракеты никуда не двигать. Видел, да, что на Мишкиным сам пропустили? У нас есть типа книга. Типа на 2К даже иногда не понимает, что происходит. А, ну это Эрик. А, это Майки писал. Мишкин, да. Не, ну это бывают какие-то там момента, я имею в виду, когда не понимают совсем, типа, ого, как все быстро, как все жестко. Ну, это когда там человека там 100-200 евро начинает. Ладно, ладно, Лех. Не виноват я, чё. Пепыч двигается, конечно, слишком, блин, четко. Успел ему ракету, да. Не, ну темп, конечно, дикий, просто. Какая ракета. Браво. Просто на развороте такая, знаете, типа, да отстаньте. Почти директ. 90. Ой, хорош, добить. Еще раз выкинул. Кстати, Пепка вот за две карты нормально так искупался. В километре. Еще возмущается Пепыч, главное, понял? Идет по счету. Не знаю, идет на этот, на... Все нормально, залетает со стороны Вика, но вот у людей со стороны что-то там за углом, что-то реги не реги, да когда же это прекратится? Да-да-да. Оно ж видно, что все нормально залетает. Либо промахнулся, либо попал. Вот-вот, Леха также пишет, сам по 100 кидает ракеты, еще возмущается. А сколько он уже по 100-то ракет закинул, и эйр-рокеты там, и что только не делает, все равно. Безобразие галимое. Да это что-то, если я попадаю, значит это нормально. Если я не попадаю, значит это ненормально. Ну видишь, да. Если меня попадают, значит это ненормально. 10-14, а тем временем тут начинается интрига, возможно. Ну, по крайней мере, сейчас игра не такой наглядной выглядит. Не угадывать, не угадывать, Крифа его не угадывает. Пепка просто хорошо размонтил вот этих ракет. Да. И тут Мурчик набирает темп в речи. Да. Ай-яй-яй-яй. Четыре фрага, снова разница.
Я запев, еще быстрее, еще. Он сейчас шоку просто уничтожит, отходи от него, он же по 36 бахает за полкарты, ты что? Ракеты с плэшем забил просто вообще. Ну интрига начинает испаряться. Да. Да, отмансил очень жестко. Ну как будто будущее, я не знаю, куда темпус будет. Боже. Но Лисан разворот зачетно. Камикадзе. Штраф. Контролечка, если вниз пойдет за Хели. Все над душами и не задевает. Вот он мансит, конечно, вообще. Тут видишь, как еще от ракет грамотно обратимся. То есть вот он, ракета у него летит, да, и он не сразу от нее стрейфится, чтобы Темпест вторую же ракету туда же кинул. А потом он только начинает отходить от первой ракеты. Не рассказывай, я с ним играю иногда. Да я, ну вообще. Это отвратительно, он может просто на месте стоять, там, я не знаю, а потом маленький треугольничек шагнуть и все, и нихера не попадет. Вот видишь? 3 копейки в нем. Ну вот че это? Директ. Ну сам полез на самом деле, мог не отдаваться. Но он в драку лезет, то есть на размен идет. Осталось одно убийство. Секундомер. На телефраг что ли тем сосчитывал? Я что-то не совсем понимаю. Битва на пилках. Короче, я так понял, интервью у нас не будет после матча. Нет. Но очень хотелось, да? Спросили, ну да, может так сыграют? Для азарта. Напиши, спроси. Да, зрелищно будет. Сейчас я выгружу. О, будут играть. Просто так для зрелища, слышишь? Угу. Ништяк. Так, что, Булдран Сорлок. Блин. Так. Ну это будет тоже прикольно, кстати. Я не знаю, что темп настроения испортилось у него, но как бы он в целом-то нормально же отпор дал. Не, ну бой, вообще классный квейкоба показали. Да, очень зрелищный. Кто бы что ни говорил, по крайней мере, я вообще кайфанул. Никто не просил менять сервак. Комьюнити поаплодировать Темпесту 3 ура. Потому что все либо попадали, либо промахивались, не было проблем с регистрацией, не видели ее. Все хорошо было. Да. Да, грубо говоря, шоу-матч. Он уже ни на что не влияет, но тем не менее. Красивое завершение вечера. Воскресно. Ну сейчас уже зато ребята будут на расслабоне каком-то играть. Ну да, я не понимаю, что уже не так важно. Да, оба молодцы на самом деле. Так, ну что, посмотрим. За кем? Давай за тем просто все-таки начнем. Давай. Раунд начнется через 3, 2, 1. В бой. И дичайший шар сразу. 45, прикинь, зарядил. Вот еще. Короче, новый рекорд у нас. Ну. Ой, вот они гвозди. Показали свой ДПС тоже неплохо. Ой. Не знаю, он чудом ушел, мне кажется, живой оттуда. Он такой рассчитывал, что не попадет. Ну все, папка на контроле. Да.
услышал Темпест, тайминг, понимает, что первый хэвик, что он мега, но тут уже все. Первая стычка, конечно, вообще не стороне все Темпеста. Есть штраф неплохой. Отличный район. Слышал, что жаба ноет, пора добивать. Не знаю, мы слышали, конечно, тут подъем лайта, но мне кажется, во время игры это не слышал уже. Его нет рокета. Ну, вот она, лягуха. Видел, да, как реализовал нормальный пепыч? Сейчас его можно было на шуте покатать, если бы поймал снизу во время. Ракета, наконец-то. Тут нужна ракета на этой карте. Угу. Ну, весь так пушек собрал. Да оба уже собрали, по-любому. Да, Бурик, это тебе... Не на стрелочках играть. Ой, опасная ситуация, всего 73. Ой, трибол весь съел. Походу полный, да, трибол залетел. И сейчас посмотрим, как лягушка у нас двигается. А тут были возмущения, типа Сорлок. Он знал, что он стоит, ждет его лайкика. Юю, это яда. Обида. И мигает. Боже, как же он уходит, а? Вот оно, кстати, да, одно из главных отличий игроков посильнее. Они не столько делают фраги, сколько их не отдают. А нас двое, я и тот парень, да? То есть хорошо так зажал. Шанс, кстати. Друг друга разводят на рейлганы. Молодец, я тоже. Очень много промазали. И рискнул, что я просто забрал такие мигу, да. Отлично, поймал лягуху. Не попал. Блин, базовый рейл должен был попадать. А, ну турельки тоже синдикат, с какой стороны его получит, правильно? Че еще раз? Он и поворачивает. У турельки тоже, по идее, там, ну, что-то вроде индикатора, с какой стороны урон получает, да, поэтому она развернулась туда сквозь. Да, я, кстати, туда не знаю. Ты видел, она крепко наросла с треболка, да, скажем, и турелька с структуры смотрела на него. Да, не знаю, может, она увидела его. Да, ну она типа... Ой-ой, турелька сделала свое грязное дело. Нифига себе, как она оттуда застрелила, ты его ничего не понял. Пока глаз чесал, короче, что все уже случилось. Ой-ой-ой, здесь все-то слишком много зума. Он прям уже настолько зумился, что потерялся. А Пепка там уже у него там из-под зора ушел. Блин, чувствовал это вот момент, а вот вообще тоже злое. Какие-то. О! Сапога. Сапогом сапожника завалил, короче. Три болта, пепки. 5-6. О! Хлеб даже. Отличный гвозди. О, ДПС гвоздей. Рано. Рано. Пепка сейчас сидит, рофлит. Чего там ждешь, молодой? Да, стопудово. Ой-ой-ой. Как же больно, как жестко. Отлично, реализация билки, все, там просто вступает. Он хочет на аптечку. Если там лайтик, да, лайтик есть. Он мог снизу, кстати, наверное. На буретке, что же. А в последний момент видел, да, как отравил стрейфит? Ха-ха-ха-ха, свалил просто на...
Не, не выйдет, жопа. Да как? Ай, ушел. Магические уходы от смерти происходят. Ну, я ж тебе говорю, блин. И тому парню, и себе, знаешь, это накладываешь. Это тебе, а это мне. А что, почему урон трибов не нанес? Ты видел? Ну, он чуть-чуть в стороне был. Я думал, там не должен нести трибов. О, это в редке все-таки роляет иногда, смотри, он вышел, там эпик. Всё. Сколько? У него два фрага уже с табуретки. Да. Контрольчик только посмотрел. А, ну да, надо отойти. 25% убийств. Блин, опять. Пеп, кто развлекается с табуретки. Можно добить чего-нибудь. А мог туда тоже соли пульнуть, мне кажется. Ладно, не нам, конечно, ребят, учить играть. 10-10. 68. Майк, спасибо за рейд. У нас еще рейдер. А, 10-10. Отличная лягушка. Казнить надо. Ой, как не отпустил! Ты... Ой, хорош! Ну прыгал старательно, конечно, но не помогло. Высота темпа здесь. Убить можно трибол. О, нет, нельзя. Рэл. Так, но пока что в этой битве триболта выигрывает темпас, хоть он снизу. Блин. А, фейл. Зафейлил, прикинь. Нельзя выходить на мигу. Я бы пошел. Ой-ой. Привет. Очень хочется хэви, ну конечно же. Как интересно, он надо кислотой пользуется. Да, он просто отзонил и все. То есть там вот даже там, да. Например, три плевка ушли дальше в текстуры, но главное, что первые два они отзонили, зашугали и все. То есть сзади не будет. Да, у Пепка Мумин. Отточенный. Прям знает, где сколько надо под углом, под каким подвернуть. Не докинул. Можно снизу, да, и закидывать? Ну, мне кажется, нет. Этим ребятам, может быть, что-то больше известно. Птичек нет. Осталось одна минута. Пепка идет, отдает хэви. Сушить бы нет. Здесь мега по пути, лайтик. На сотку. Не пошел сразу в телепорт. И получил ракету в глаза-то. Там убеждение, она работает. Тик. Четвертый. Три тика было. Я дистанции чуть-чуть не хватало, встал ты, когда за рейнджер. Вот переключил в лесу. Потянул. Тоже супер. Ты ГГС. 12-11, ну это круто. Это круто. Так, ну что, мы подождем, ребят? Да, давай попробуем. Мне все понравилось. Шикарная игра, шикарная. Три ноль мы не будем ставить, потому что все-таки это уже шоу-матч у нас игра была.
Я в чатик ТГ скинул, что добро пропадать в виде скриншота. Не, ну ты потом три заставишь мне сделать, удали лучше. Нет, я не в канал. Я в чате, где мы общаемся так. О, здорово, победитель. Никитос. Как же круто. Да, очень, очень зрелищно было, Никитос. Я вот, Пепка, один вопрос у меня самый главный. Как вот вообще вот удается из ситуации, где ну, 99,9 вариации, что умираешь, ты выходишь из этой ситуации и убиваешь еще. Особенно это на Крусайбле было. Там такие моменты были, что просто, ну вот уже, ну все, здесь вот фраг сейчас от Темпоста будет. А ты такой, привет, Темпост. Привет. А ты переиграл все, и все, и сделал фраг, и сидишь такой. Как вообще это происходит? Ну, очень круто вообще сыграно. То есть прям... Да. Чувство всего было у всех. Темпест дал очень крутой бой. То есть я рад, что вы в одном дивизионе. В принципе, игра очень крутая была. Да, я вообще хреново сыграл. Но первые две карты, конечно, такое. Ну, все равно молодцы. Лес, а лес. Лес на него. Да, ты слишком много лес, согласен. Ну, да. Ну хоть и не надо. Ну, я честно... Пришли. Я просто полтора недели не играл, я не рассчитывал тут забирать карты даже. Ну, в любом случае, динамично получилось, интересно. Ну, это чисто фафашная драка была такая. Ну, такое, ничего да. Сверхъестественного, как по мне, никто ничего не показал такого прям. Ну да, были такие прикольненькие фраги. Ну, было, да. Ну, блядь, я интернет все равно сменил, и та же самая тема под конец началась. Да, да нет, вроде более-менее получше было мне. Ну, на этом лучше, но все равно иногда было чуть-чуть. Ну, это такое уже. Не знаю, вот по поводу там ракетов километр ты писал на Вокине. Единственный вопросик такой со стороны, это когда Темпест на ЗТН кидал трибол по тебе, ты вроде возле него, но урона не было. То ли ты все-таки на дистанции от него был от сплэша, то ли не зарегало. А так все в основном, как бы смотришь со спеков, либо человек попал, либо не попал. Все. Да, Майк, такие есть, все правильно. Ну, мы еще с Никитой сразимся, когда я уже буду играть активно. Что ты, где ты пропал? А, ты болел, да? Да я болел, потом работы было очень много, поэтому я особо не играл практически. Ты же знаешь, если работа мешает Квейку, что с ней надо делать? Ну, нужно избавиться от работы, да. Да. Ну, а что, все топовые квакеры, они не работают? Ну, да, да. Ну, кто работает, вот скажи, никто. Работа для рабов. Ну да. Не, ну вообще как бы работа нужна, но, блядь, если она тебе мешает хотя бы один раз в три дня поиграть. Ну сейчас просто навалилось, там заболели люди и приходилось за них выходить. Ну, такое, ну, короче. Ну, если только денег дадут за это. Ну, денег дадут, да. Ну, тогда базару нет. Вот Никитос у нас правду матку всегда. Чух и все сразу. Ну, по жабе я, конечно, мог бы и побольше попадать. Эх. Ну там турелька там сделала свой процент убийств. Да, кстати, она, по-моему, в районе 20% все-таки нахерачила. Да, 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 да. Там в какой-то момент у нее было четко 25%, у тебя было 8 фрагов, 2 из них это турельки были. Так, ребятки, ну всем спасибо. А сколько хп, кстати, осталось в конце, когда у ТП стоял? Да не, у него там нормально еще было. Нет, хотя рейл держал, да. Я не держал рейл, когда зашел. А, ну понятно, ладно. Ладно, ну, ребята. Я ж по таймингу зашел. Да.